Множественные переломы, искореженный мотоцикл и автомобиль. Таков результат невнимательности двух участников дорожного движения. На пересечении улиц Кирова и Горького произошло столкновение автомашины и мотоцикла. По предварительным данным, 31-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Жук, при повороте налево не уступила дорогу мотоциклисту, который двигался по встречному направлению. Но несмотря на преимущества в данном случае двухколесного транспорта, стоит отметить, что его у водителя отсутствовали права на управление мотоциклом. За отсутствие соответствующей категории водительского удостоверения, представляющей право на управление двухколесным транспортным средством, водитель мототехники был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. Водители в момент автоварии были трезвы. Со слов автомобилистов, мотоциклист на большой скорости выскочил из-за встречного потока транспортных средств и на мигающий зеленый сигнал светофора. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное преследование.